Ну, он старше, пришел в интернет. Он сразу увидал, что это Вадюха. Бегут, когда до общаги. Два человека, два силуэта, и то ли в полокут кого, то ли это. Потом четко вылезло в интернете, что такой-то, такой-то. Имя, фамилия, отчество. Будем дожидаться, приедут следователи или нет. Через какое-то время, только в 10 часу, в дверь звонок. Показывают удостоверение, здрасте, туда-сюда, давайте вещи. Адвоката будете нанимать? И для каких целей теперь нанимать? Это дорого. Ну, вы же говорите, что он не виноват, возможно. Будем надеяться. Если чего-то и было, то тогда пускай отсидит, если добился своего. Я думаю, так думаю. А ты так позор лжи. Не знаю, не верю я. Я еще не могу никак при себя прийти. Не знаю, правда это, нет, не знаю. Еще следствие идет, что никто ничего не знал. Нормально было все. Если бы было что-то. Друзей надо таких бросать вовремя. Мог бы тогда и с родителями поступить так же, как они поступили с девочкой, я не знаю. До чего это дошло? Она на друг виноват. Подставил его, может. А вы не хотели бы как-то вот принести, может быть, извинения или какие-то слова сказать родственникам погибшей девочки? Если и совершил чего-то, мы-то с матерью извиняемся. Это надо от него. Почему у него такое состояние сработало? В каком отношении он от него сработал? В алкогольном или? Главное, все спокойно было в Новый год.